Громкий в бой. Около 1000 юных исполнителей от 3 до 18 лет из 14 городов и 38 поселков, деревень и сел Югры приняли участие в кастинге телевизионного музыкального конкурса «Ты талантлив, пой». Более 500 групп поддержки прислали свое видео в редакцию детской студии телеканала «Югра». Это жители России, Югры, Италии, Германии, Франции, Греции, Грузии, Индии, Египта, США, Китая, Австралии, Венгрии, Арабских Эмиратов, Турции, Киргизии и даже Эфиопии. В финал телевизионного конкурса вышли 218 ребят. Это солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и хоры. На главной югорской сцене финалистов ждет новое испытание. Поддержать ребят пришли и приехали мамы, папы, родные, друзья, преподаватели, зрители и юнкоры детской студии телеканала «Югра». День. Рады приветствовать вас на первом окружном телевизионном музыкальном конкурсе «Ты талантлив, пой». Спасибо всем, кто пришел поддержать конкурсантов. Давайте познакомимся с жюри конкурса. Ольга Федорова, председатель жюри вокального конкурса «Ты талантлив, пой», лауреат международных вокальных конкурсов. Лариса Ермакова, член общественного совета при департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ольга Сидорова, заместитель председателя общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Владислав Буряк, вокальный ансамбль «Карандаши», культурно-досуговый центр «Октябрь». Дарья Скосарева, лауреат городских и всероссийских вокальных конкурсов. Надежда Королева, юнкор детской студии окружной телерадиокомпании «Югра». А теперь более подробно расскажем о сегодняшних финалистах. В номинацию «Эстрадный вокал» вошли Андрей Бухлов, Ульяна Медникова, Алина Мюллер. Андрей Бухлов начал петь с 2 лет, а в 4 года уже выступал в ансамбле. Мечтает свою жизнь связать с музыкой. На сайте телеканала «Югра» выступление Андрея посмотрели более 1600 человек. Вокалом Ульяна Медникова занимается в детском саду. Девочка очень любит петь. На сайте телеканала «Югра» выступление Ули посмотрели около 2000 человек. Воспитанники детского сада «Аленка» записали для своей подруги видеообращение. Алина Мюллер начала петь раньше, чем говорить. На сайте телеканала «Югра» выступление Алины посмотрели около 3000 человек. Слова поддержки для юной вокалистки прозвучали из разных городов и поселков нашей страны. Пожелания победы в конкурсе долетели даже из далекой Германии. Брат Алины, ученик кадетской школы, верит в победу сестры. О чем твоя песня и почему ты ее выбрал? Потому что она душевная и там все красивое. Номинацию «Эстрадный вокал» открывает Андрей Бухлов. Город Урай. Встречайте! Волшебных нот полночь на часах, что задумали звезды в небеса. Вот и спит поэт в тишине ночи, скомпозитора
часа. Но об этом лишь знают небеса. Новая звезда родилась в ночи. Храм волшебных нот, храм волшебных нот. Ей вручат ключи. Снова залилась. Наполнение, что? Что теперь сделаешь? Как все прошло? Рассказывай. Очень хорошо. Ну, я тебя поздравляю. Я желаю тебе побед во всех конкурсах, в которых ты будешь участвовать. Я еще раз хочу тебя увидеть в этом же конкурсе. Можно я тебя обниму? Ульян, ты первый раз выступаешь на такой большой сцене? Да. Ну а как твои ощущения? Ты ведь такая маленькая, хрупкая, а выступаешь на главной сцене столицы Югры. Ну и что, мне все равно. Ну ладно, я тебе желаю удачи, чтобы всегда у тебя было хорошее настроение, чтобы ты не волновалась, чтобы все у тебя было хорошо. Медникова Ульяна из города Советский делает только первые шаги в вокальном искусстве. Поддержим Улю громкими аплодисментами и пожелаем творческой удачи. Скачет по полям, снегом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям.
тебя воспринял зрительный зал? Как тебе выступать на такой большой сцене? Мне понравилось на этой сцене очень сильно выступать и петь. Ну ты такая молодец! Я желаю тебе удачи вот во всех конкурсах и в жизни тоже удачи желаю. А мы продолжаем. Рядом со мной Алина, она из Белоярского района. Она всего лишь год занимается вокалом и уже прошла в такой серьезный конкурс. Алина, как твое ощущение и как твое настроение? Очень хорошо. Алина, ну я более опытная в плане выступлений. Пойдем, я тебе помогу, я буду тебя поддерживать. Алина Мюллер проделала долгий путь, чтобы участвовать в нашем конкурсе. Приехала из поселка Сорум Белоярского района. Давайте поскорее пригласим ее на сцену бурными аплодисментами. Партнер проекта – магазин «12 стульев». У нас есть где посидеть со вкусом. Наступает важный момент, Богдан. Пора подводить итоги. Аня, даже я волнуюсь. А представляешь, каково нашим конкурсантам? Жюри, вам слово. На сцену приглашается Ольга Федорова, председатель жюри. Добрый день, уважаемые участники конкурса «Ты талантлив, пой».
всех хочется поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать вам творческих успехов, вдохновения и в добрый путь. Ну что ж, перейдем к награждению. Номинация «Эстрадный вокал соло», диплом лауреата третьей степени Алина Мюллер. Дипломом лауреата второй степени награждается Медникова Ульяна. Лауреат первой степени Бухлов Андрей. На сцену приглашается Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной палаты Югры. Дорогие друзья, вы знаете, я думала, что будет очень сложно находиться в жюри, потому что я не профессионал. Я получила сумасшедшее удовольствие от того, что делали, я слышала, и с удовольствием вместе пела с такими замечательными нашими сегодня победителями. Я считаю, что все сегодня победители. И я искренне говорю, я горжусь, какие у нас талантливые наши югорские дети. И есть очень такое хорошее сочетание слов, я не помню, кто сказал, петь, успех иметь. Только потому, что чем раньше ты начинаешь петь, тем больше ты отдаешь тепла, добра, улыбки в зал, нам. Я сегодня на себе это почувствовала. Большое вам спасибо, успехов вам всем. И честно говорю, я не могла выбрать отдельный подарок кому-то, поэтому от Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и от себя лично мы оставляем вам свой подарок и поздравляем еще раз вас всех с победой. У нас в гостях Антон Игнатьев, руководитель благотворительного фонда «Лучик света». Добрый день, уважаемые участники проекта «Ты талантлив, пой». Я искренне благодарю вас за личный вклад в лечение тяжелобольных детей. Благодаря проекту «Ты талантлив, пой» сегодня жители округа могут посредством СМС помочь больному ребенку. Конечно, сегодня я приехал не с пустыми руками. Подопечные психоневрологического интерната подготовили для вас подарки, сделанные своими руками. Сегодня мой помощник покажет эти подарки, и мы их передадим всем участникам проекта «Ты талантлив, пой». Большое вам спасибо за участие в проекте. Ну, это еще не все награды. У нас есть особое мнение. Детское жюри, вам слово. Я сама музыкант и прекрасно понимаю, как это тяжело делать первые шаги. Именно поэтому мы посовещались и решили вручить специальный приз детского жюри Ульяне Медниковой. Напоминаем, что телеканал «Югра» совместно с региональным благотворительным фондом помощи детям «Лучик света» в рамках телевизионного проекта «Ты талантлив, пой» запустил специальную акцию под названием «Дети детям». Участники проекта искренне желают помочь тем ребятам, которые нуждаются в особой поддержке. На номер 3434 абоненты Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 могут отправить СМС со словом «Лучик» и стоимостью пожертвования. Данная акция позволит увеличить количество собранных средств для детей, находящихся на лечении в окружной клинической больнице в отделении онкогематологии. Мне самое тяжелое – это было волнение. Я перестала волноваться, когда меня стала мама снимать. Мне очень понравилось. Мы рады, что сегодня участники конкурса услышали заветные слова. Давай произнесем их еще раз. Ты талантлив, бой! На сайте телеканала «Югра» 2 недели шло голосование. Приз зрительских симпатий в возрастной категории до 7 лет в номинации «Эстрадный вокал соло» получила Ульяна Медникова, город Советский. Ульяна набрала 9775 голосов. Ребята, вы талантливые!